И к другим темам. В Чародинском районе реализуют программу по улучшению социально-экономического положения населения. Так, в Цурибе совсем скоро начнут строительство цеха по производству натуральных соков. Это обеспечит жителей новыми рабочими местами и возродит местное садоводство. Глава муниципалитета Магомедгаджи Ибрагимов рассказал и о темпах строительства детского сада на 200 мест, пищеблока, спортивного и актового залов для средней цурибской школы. В настоящее время также реконструируют самый сложный участок автодороги Гунип-Цуриб. Тяжелая дорога была Гунип-Цуриб. Сейчас, значит, свободно до Махачкали можно проехать за 2,5 часа и более свободно. И поэтому, конечно, это самое главное. И, иншаллах, в этом году мы стараемся и в планах завершить эту дорогу Гунип полностью.